Ну и в целом сегодняшний эпизод стал очередным свидетельством провала руководителей российских спецслужб и провалом борьбы с оппозицией. Логично было бы ожидать отставки руководства ФСБ и снятия с постов руководителей департаментов. Но будет ли это? Узнаем у политолога Александра Кынева. Он к нам присоединяется по скайпу. Александр, добрый вечер. Всем добрый вечер. Стоит ли ожидать кадровых перестановок? В случае с делом Ивана Голунова, понятно, оно не было политизированным, но мы видели хоть какие-то решения, дела против сотрудников полиции. Здесь на что можно рассчитывать? Ну, вот смотрите, значит, есть несколько вещей, которые очевидны. Первое. То, что происходит, это десакрализация спецслужб как института. Это совершенно однозначно, потому что ведь приход к власти Владимира Путина и его окружение сопровождался вполне определенным таким мифотворчеством. Там «Щит и меч», там «Штирлиц», там, и так далее. То есть выискивались из на нашей культуры, из нашей, значит, там, традиции какие-то образы, имеющие какие-то привлекательные личные черты. И предполагалось, что они переносятся вот на представителей силовых структур как некой корпорации. Это было важнейшим элементом имиджа Владимира Путина с самого начала и всей той системы власти, которую он выстроил. То, что происходит сейчас, это, на мой взгляд, самый мощный за все эти годы удар по ее десакрализации, это высмеивание. Смех – это самое страшное оружие, потому что при всем при том, что, конечно, речь идет о довольно трагических событиях, сама эта история, показывающая головотяпство, безграмотность, непрофессионализм и так далее конкретных представителей данного ведомства, но она людьми воспринимается с иронией, потому что по-другому она восприниматься не может. Даже сам ролик Навального, если вы посмотрите, да, когда Навальный там ведет эту беседу, окружающие люди просто еле сдерживаются, чтобы не ржать. То есть настолько все это напоминает, там, не знаю, фильмы братьев Коэнов, да, там, или какую-то иную политическую сатиру. Поэтому, конечно, это просто мощнейший удар по всему фундаменту власти, которая изначально строилась на благоговении перед спецслужбами, написании их какой-то там мистической роли, какого-то иррационального, значит, профессионализма, что они все знают, все могут, все умеют там, и так далее. И на наших глазах весь этот миф просто в клочке, значит, разбивается, и оказывается, что, в общем-то, там не то, что король-то голый, да и короля-то никакого давно нет, да, а сборище совершенно, мягко говоря, заурядных людей, далеко не выдающихся способностей интеллектуальных, мягко говоря. В принципе, ни для кого, там, нам не кажется, никакого секрета нет. Любой человек, который в своей жизни общался с чиновниками, с силовиками, с милиционерами там, и так далее, в общем, не удивлен. Да? То есть, вот, система негативного кадрового отбора, где важно приспосабливаться и важно отчитываться правильно, естественно, делает карьеру не самые умные, не самые талантливые, а самые серые и самые удобные. Это то, что поразило всю систему власти снизу доверху, и в наше время быть ярким, самодостаточным, умным человеком для чиновника это почти невозможно. Ты просто не сделаешь карьеру, тебе по дороге сломают шею. Это касается всех абсолютно институтов. Поэтому для того, чтобы сегодня в России стать губернатором, нужно не обязательно быть умным человеком и хорошим специалистом. Как раз наоборот. Нужно быть максимально серым и заурядным. Да, Александр, а как... Нужно быть мудаком в известном смысле этого слова, иначе тебя никогда не назначат, потому что быть мудаком – это необходимое профессиональное свойство. В таких условиях власть... Прихожу к более четкому ответу на ваш вопрос, но просто, мне кажется, важно понимать контекст. Да? Власть, она, поскольку речь идет о покушении на ее сакральность, покушении на главную скрепу, на чем все это базируется, она не может отступить. Попытка уйти назад немножко будет полной капитуляцией публичной. Знаете, кто, ну, наверное, молодежь-то не помнит, она этого даже не знает. Но вот когда был знаменитый полет Матиаса Руста, значит, на самолетике, который, в общем-то, просто показал, что, насколько неэффективна, скажем, советская система там, контроля за границами, Министерство обороны и так далее, тут же вызвал отставку тогдашнего министра обороны Соколова. А вот сейчас, на мой взгляд, власть больше всего боится за ощущение собственной жесткости и незыблемости. Это для нее главное. Александр, главное, да, я понял. Еще один вопрос к вам. Вот мы помним
провал Салзберецкий. Мы помним, как Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет» сказал, пусть эти люди, там, которых как бы подозревают, пойдут, дадут интервью. И мы видели интервью Маргариты Симоньян на RT, и после этого стало еще больше смеха в обществе. Непонятно, то ли таким образом наказали этих людей за провал, то ли еще были какие-то мотивы. Вот в этом случае, как вам кажется, если лаконично сформулировать, как поведет власть? Она же не отрицает, что за ним следили. Этих восьмерых тоже никто не отрицает. Ни Владимир Путин, ни Дмитрий Песков. Это они сказали в четверг. Им как-то нужно будет отыгрывать информационно. Как? Если коротко. Ну, я думаю, что, во-первых, власть не может пойти назад, она не может отступить, она не может продемонстрировать слабость. Это понятно, да. Ну, да, значит, выйти из ситуации, как она может? Поэтому будет отрицать. Будет отрицать, насколько это возможно. Будут рассказывать про актеров, про пранкеров, про кого-то еще там и так далее. Я думаю, что никакого намека на признание мы не увидим. Вот. В этом смысле ситуация, она как бы для власти тупиковая. То есть у нее вот в том положении, в которое я загнал Навальный своим расследованием, хорошего варианта нет. Спасибо.